в этот жаркий летний день мы находимся возле стен родного университета. Но день такой не только из-за погоды, ясной и солнечной, но и из-за пылающих сердец студентов, которые получили сегодня красный диплом. Чествование инженерной элиты – событие, посвященное поздравлению выпускников, которые получили диплом с отличием. И сейчас мы отправляемся с ними поболтать. Мне очень пригождаются знания, которые я получил в стенах этого прекрасного университета. Это было очень весело, увлекательно, незабываемо. И красный диплом – подтверждение тому, что мы эти 4 года провели с максимальной пользой и удовольствием. Учиться было нетрудно, интересно. Хочу сразу сказать большое спасибо университету. Вот честно могу сказать, что я не веду статистику по красным дипломам. И на самом деле для нас это не является таким очень значимым, наверное, показателем, хотя действительно динамика по отличным выпускникам у нас есть. Все зависит от того, как вы ее посмотрите, в проценте от общего выпуска или общее количество дипломов с отличием, которые есть. И для меня более важным, например, является то, как наши выпускники потом устраиваются, как они реализуются в профессии. А вдруг вы вообще не получите диплом? Что вы будете делать с этим? Как это я не получу диплом? Служить он будет. Я получу диплом? Дипломы о высшем образовании с отличием и вручить памятную медаль. Ну, в принципе, это может каждый получить красный диплом, если очень этого хотеть и стараться минимально что-то делать. Говорят, что девушки бывают или умными, или красивыми. Но после вручения дипломов я понял, что красивые тоже бывают умными. Праздник подошел к концу, фотозона пустует, красные дипломы вручены, а выпускники отправились праздновать окончание университета. Мы хотим пожелать им стать достойными специалистами и профессионалами в своей области. Лашкевич Лариса, Прохорчик Алексей. Специально для молодежного телевидения «Бугуир».